Найти кусок плиты еще не самое сложное. Куда труднее его достать. Этот, например, оказался так глубоко закопан, что я сломал 3 самокопающие лопаты, прежде чем вытащить его. 3 самокопа, представляешь? Да что я говорю, все 4! Ведь этот последний самокоп тоже теперь никуда не годится. Все время заедает и скрипит. Ох, Громозека, ты такой молодец! Хвалю твое трудолюбие. Ох, не стоит. Трудолюбия во мне как раз меньше всего. Мудрость, интуиция, скромность и ничего более. Ой, голыми руками этот кусок мозаики ни за что не вытащить. Обидно, когда инструмент стоит без дела. Видимо, эта лопата совсем не может копать. Заедает, что ли? Точно. Мы на той локации предыдущей не взяли масленку. Да, но мне что-то еще надо найти. Еще одну активную точку. Что не делается, все к лучшему. Только помолчи. Делалось бы что-нибудь. Цифра не поменялась, значит, еще какая-то точка не обнаружена. Пора бы уже что-то предпринять. Шла вон. Чтобы стать настоящим археологом, моя девочка, необходимо быть очень отважным. Главное, не бояться падать. Знаешь, если собрать воедино все ямы, в которые я проваливался во время раскопок, то получится ров величиной с Марианскую впадину. Если не больше. Где же активная точка? Это тоже уже было. И куда бы мне теперь пойти? Я бы тебе сказал, куда. Да ты обидишься. А время-то идет. Видите, не отработал я полностью эту локацию, не забрал масленку. Где она у нас? Да, хорошо, что сейчас каникулы. Так, что здесь у нас? Масленка никогда не бывает лишней. Всегда можно найти, чего бы такого смазать. Ну да. А у нас самокопающаяся лопата не работает. Всегда знала, что масло и механизмы друг другу необходимы. Вот теперь применим. Вот это другое дело. Похоже, лопата сломалась окончательно. Ой, я не могу сделать это отсюда. Ну да, спуститься надо. Вот его-то я как раз и искала. Ладно. Спросим что-нибудь у Громозеки. Может, что-то новое скажет. Громозека, ты так увлечен раскопками, что даже не заметил, как я подошла. Как дела? Уже практически отлично, моя девочка. Трепещи! Ты общаешься с самым великим археологом Вселенной. Еще немного, и тайна исчезновения этой загадочной древней цивилизации откроется мне. Понятно. Я думаю, он ничего нового нам не скажет,
Пойдем на следующую локацию. Ага, она не может так. Или идет? Идет. Вот она подумала, подумала немножко и решила пойти. Что за странное существо? Еще и с кусочком мозаики. А применим... Что мы применим? А ничего пока не применим. Понаслаждаемся приколами. Обожаю приключения. Тук-тук-тук, кто в тюрьме, в смысле, в норке живет? Типичная норка инопланетного жучка. Я пока не могу собрать мозаику. Сначала мне нужно найти все ее недостающие кусочки. А мне еще надо найти все приколы. А их тут еще. Три. Вернее... Тут хорошо, но долго простаивать некогда. Да. О! Вот бы все задуманное вышло. Да выйдет. И еще один прикольчик. Когда не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Да хоть что-нибудь буду делать. Можно, конечно, попробовать, но вряд ли из этого что-то выйдет. Да. Ну что ж, пойдем на другую локацию. Это то, что мне нужно. Теперь бы только придумать, как перейти через болото. Элементарно. Странный камень, как будто специально сюда поставленный. Да, ракетой по камушкам, как из пушки по воробьям, то есть прикольно. Ну, попробуем. Отличный фейерверк, не правда ли? О, это именно то, что мне нужно. Теперь ищем приколы. Алиса сейчас будет трандеть. Видели бы меня сейчас мои одноклассники. Да глаза б их тебя б не видели. Что не делается, все к лучшему. Только делалось бы что-нибудь. Да. Еще где приколы? Пора бы уже что-то предпринять.
и один остался прикульчик.